Своеобразный масленичный рекорд установили донские казаки из Азова. Совместно с профессиональными поварами они испекли на праздник самый большой в мире русский национальный курник весом около тонны. Над созданием кулинарного чуда трудились 40 человек. Был самый большой блин в мире, а вот мы решили сделать самый большой курник на масленицу. По весу у нас ушло 300 килограмм куриного филе, 250 килограмм шампиньонов, 300 килограмм майонеза. 150 килограмм. 25 тысяч блинов для гигантского курника умельцы пекли всю ночь. Готовить начинку закончили уже во время народных гуляний. Создатели блинного титана не собираются останавливаться на достигнутом. Это тренировочный пирог. Я думаю, на будущий год мы побольше испечем для того, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса. А сегодня мы сделали рекорд сами для себя. Устали, но довольны. Мы сделали это. После приготовления кулинарного шедевра курником бесплатно угостили всех желающих.